Всем привет, друзья! И как вы уже поняли, если вы, конечно, это слышите, вы на канале Мир и Мира, и сегодня я продолжаю рубрику, которая является отсылочкой на рубрику «Кто сильнее?», но теперь в силе будет оцениваться взрыв динамита и прочность блоков. Ну что ж, приступим. Теперь у нас 20 динамитов, как было и раньше, но еще и 3 динамита по бокам, потому что кирпичи, как вы знаете, супер прочный блок. Ну что ж, 20 минус 3, получаем 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все. А в комментариях вы голосуйте, кто, по вашему мнению, победит. Потому что я не вижу, чтобы никто голосовал в комментариях. Ну что ж, запускаем наши динамиты. Да, прошлая рубрика останется в описании, эксперимент. И в прошлом эксперименте динамиты полностью разодрали конструкцию. Бабах! И что ж мы видим? Что мы видим? А мы видим то, что прочный блок кирпича одолел динамит. Но все же динамит его покоцал. И поэтому кирпич побеждает. Ладно, ребята, я тут болел за динамит, но все же, как мы видим, гриферы иногда тоже лажают. И что ж, на этом наша рубрика заканчивается. Спасибо, что вы ее просмотрели. Это было «Кто сильнее среди блоков?» или рубрика «Подрывашкина». Ну что ж, всем пока.